В Якутск прибудет новая баржа для нужд северных и арктических районов республики. Построенная в Ярославской области на верфи братьев Нобель, баржа обеспечит одновременную перевозку двух сортов груза, что значительно облегчит и ускорит процесс доставки грузов в труднодоступные районы не только Якутии, но и других северных краев страны. Акт приема-передачи баржи подписан, новое судно передано пароходству. В скором времени оно прибудет к месту назначения. Что касается второй баржи такого же проекта, то она готова на 98%. Швартовые и ходовые испытания на ней проведены. Ориентировочно в конце октября-начале ноября строительство второй баржи будет завершено. После процедуры переоформления документов его доставят в Якутск. Мы за счет этих барж будем обеспечивать жизнедеятельность людей Арктики и севера нашей страны. И это ваш вклад в развитие нашей республики в том числе. Сегодня я выражаю слова благодарности от руководства нашей республики вам, трудовому коллективу, за вклад в развитие нашей страны. С праздником, дорогие друзья!